Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Stalker Zoo в Припяти. Так, куда отправимся-то? Слушаю тебя. Ой-ой-ой. Так я же не мой. О, все, отпустила. Так, давайте-ка переночуем. Ну да, был выброс. Ну да, похуй. Привет! Так, чем занимаешься? Проведешь кое-куда? Там. Вентиляционный комплекс. Пойдем. Так, спасибо. Тут у нас гроза где-то должна быть. Давай же, падла. Так, а я чё, переполнен, что ли? Эх, досадно. Ничего. Мы не из робкого десятка. Но только с минами беда. Я не помню, как я там пробегал. Есть один дверняковый способ, конечно. Так, сохранились. Понял. А дальше? Прикольно. Опять же весело. Не понял, а где оно тут щелкнуло? Везде мины, что ли? Бля, ты шутишь, что ли, твою мать? Быть такого нахер не может. Ну ладно. Тело, похоже, погибли при касании. Ничего ценного, все вынесли. Информация с бортового компьютера удалена. Но черный ящик уцелел. Думаю, нормальный техник сможет вытащить из него информацию. Ну давайте. Смотрите, плоть дожила.
Да ладно тебе. Но теперь надо бы отправиться куда-то в сторону бандосов. Блять. Прикольно. Жизненно. Нахер иди. У меня тут серьезная жизненная дилемма, блядь. Как бы не оторвать себе ноги. Ну, вроде все. Теперь нужно идти куда-то в сторону блокпоста. Ну, переносимый вес, ебанем. И, наверное, один энергетик, тут же сейф. И побежали. Привет, пацаны. Слышишь, ты ныкай волыну, стоп! Выноси, пацаны! Блять. А, ну да, я же забыл костюм одеть. Хе-хей, придурок. Ладно. Ну да, 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 бывает такое. Но это ж все-таки не спидран. И себя тренировался перед этим, то тогда да. А так. Побежали. Сейчас добежим туда. А может бабок ему дать? Не, не пойдет. Мне бабки будут потом нужны. 22 тысячи. Придумаем что-то, ёптать. Ой, вернее, вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Слышишь, ты ныкай волыну, сталкер, а то сейчас... Не мандражу, пацаны. Не брики, блядь. Твою мать. Ну, подорвали, пацаны. Блядь. Конченый дебил. Не мандражуем, пацаны.
Ставим Рики в дамки! Заходи! Ястя гранатой, фраер! Блять, вот это ты... Не надо так. Обходи эту шелупонь! Блять! Харе бомбить тут, суки! Ну? А на тебе гранату! Ёбаный дебил. Я ж тебя гранатой, фраер! Опять? Быстро! Отходи, а ну отходи, давай, давай! А ну, чики-брики, заходи, заходи! Заходи. Мэра, обходи, обходи эту шелупу! Что там за пальба, блядь? Вали, вали его! Он где-то за стеной кричит, полюбасу. Ну, понорвали, пацаны! Понорвали. Ёб твою мать! Дрожуем. Говно, блядь. Что ж такое? Что ж, блядь, за нефарт такой? Хотел по-быстрому их отъебать. Откуда оно? Нахер пошел. Все, лутаем. Я даже не знаю. Вряд ли меня сейчас на Юпитер хватит. Придется возвращаться. Хотя там, в принципе, не так уж и много работы, но все равно, блять. Там надо быть пособраннее. Ни одной же гниды, блять, аптечки нет. Ну ты посмотри, твари ёбные. Пиздец, нахуй этот коль взял? Да. Ну то, что я разучился играть, это определенно. Это... О, аптечка, спасибо, дорогой. То, что я разучился играть, это определенно, но, блин. Все же.
Где его отремонтирую, продам. Гроза у нас стреляет теми же патронами, что и лавина. Я вот не помню, что лучше. Мне, конечно, попривычнее вал будет. Ну, херово. Наверное, похожу с грозой. Так, разрядить. Ни оптику нельзя поставить эту. Вот в чем прикол. Поэтому все-таки нет. Ладно, пойдем. У меня небольшой перегруз. Поэтому спешить не стоит. Досадно, конечно, что я так не рассчитал свои силы с бандосами. Ну да, точно. Где мои энергетики-то? Бежать я все равно не смогу. Ну что, ну вы видите, как оно сразу выжирает. На. Думаю, мы сейчас туда и пойдем. После того, как я скину с себя хабар. Нет, я не буду отвлекаться на вас, пёсики, где бы вы, сука, ни были. И вы на меня тоже не отвлекаетесь. Мясо у меня невкусное. Говна во мне много. Наверное, не надо. Сейчас еще тут тайничок по дороге заберем. Где-то он в этих трубах. Помнить бы, правда, где, но да не суть. Нет, точно не в этих. Странновато. А, о. Точняк. Все, сейчас хабар сбросим. Хер с тобой, ладно. Ты это, посмотри, пожалуйста, пушки мои. И броню тоже. Вот это дрободанчик. А все остальное это хлам. Бывай! Сущий. Да мне до задницы! Я считаю, надо этот артефакт загнать. Аллах! Так, на вот, держи. Всю эту шнягу. Да, хотел оставить себе дробовичок, но что-то уже в другой раз. Блин, патронов. Колбаски да хлебушка.
В любом случае я в прибытке. Так. Покидова! Сейф. Бывает. Так, спать, пожалуй, до утра. Ты думаешь, они его не пристрелят? Сразу, как только артефакт возьму. Скат-4, прием. Прием. Отвечай, Скат-4. Группе Скат, внимание. Говорит Скат-1. При возникновении чрезвычайной ситуации точка эвакуации Б-28. Повторяю, Б-28. Так, ну бывает. Так. Теперь наш единственный путь лежит... Попутного ветра. На завод. Ладно, ломанулись. Лишнего у меня с собой... Ну вот, кроме, сука, водки. Чё, прям такого и нет? Поэтому ладно. Ладно, чтоб собаки не доебались. А всё остальное херня. О, нормально. Медведь со мной. Что они заспавнились, конечно, но мне пора уже сворачивать. Местечко это херовое. Тут водятся у нас собаки. Поэтому их желательно пострелять. Нет, тут нихера. Ну, вернее, сюда я зайду потом. Наверное. Моя первая цель во внутреннем дворе. Я вообще люблю собак, но тут они отвратительны. Даже в некоторые моменты страху нагоняют, что ли. Thank you.
Еще бы, вот. Я думаю, в принципе, можно вообще без любого костюма пройти эту замечательную игру, но... Думаю, когда я получу Севу, скорее всего, я ее буду модифицировать. Вот я еще насчет этого не решил. Вот они, первые документы. Схема путепровода Припять-1. Вот и доказательство. Подземный путь в Припять существует. Конечно. Я уже, знаешь, чувак, сколько раз эту игру проходил. Ебать. И, кстати, по-моему, ни разу я его не проходил на плохую концовку. Поэтому, наверное, стоит все-таки пройти именно на плохую концовку. Так, F3, F5. Это вот тоже классное место. Хватило бы мне стамины на него. Ну да ладно. Меня вот забавляет на самом деле, как некоторые летсплейщики проходят всем известные, всем довольно хорошо известные игры, на самом деле. Сука. Вот упал. Даже несмотря на то, что они проходили его битый десяток раз, они включают дураков и проходят как в первый раз, на самом деле. Ну, только лишь с осознанием и фальшивой игрой. В некоторые моменты это меня чертовски раздражает. Эх, хватило бы. Ну ебаный, сука. Ладно, перепрыгну, тогда включусь. Ладно, я просто хер сложил на честную попытку перепрыгнуть. Раньше у меня получалось почему-то, но это ладно. Так, после запечатывания путепровод заполнили газом. Ну ничего, разберемся как-нибудь. Так, ладно, продолжим. Отвлекли меня. Спать уже немножко хочется, на самом деле, но эту серию я уже дозапишу. Где там мразь? Где ты, сука? Ты не настоящий. Ты не настоящий. Настоящий-то где? Это все глюки.
Да. Блять, кто же из вас настоящий? Настоящие были. Прикольно, повезло мне. Можно, конечно, и этот скат обследовать, хотя в этом нет необходимости. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Ну как это так? Ну... Небесная аномалия. Не помню я, где тут последние документы, конечно, валяются, но, по-моему, куда-то я правильно лыжи-то мылю. Куда-то в эту сторону. Где-то куда-то сюда, верно? Сам себя спрашиваю и сам не могу уже и вспомнить. Нет, ничего. Вот это вроде последнее. Здесь вход в путепровод. Если запустить генератор, получится открыть транспортный шлюз. Так и так. Ну все, путь в Припять найден. Валим отсюда. Теперь останется только добазариться с бывшим долговцем. Раздобыть костюм с закрытой системой дыхания. А в основном на этом все. Так, ну давайте выберемся отсюда уже, да и закончим, пожалуй, серию. Так, я что, потерялся, что ли? Не, просто не туда свернул. Поворот не туда, сука. Даже успела цапнуть меня, мразь. А чё тут, а чё вы тут делаете? Ничего? Ну ладно. Тут я, по-моему, где-то тайник провтыкал. Сейчас посмотрим. Не, не тут. Где-то рядом, где-то недалеко. То ли здесь, то ли тут, то ли там. Ну, где-то здесь определенно. Ну вот. Кушай яблочко, сука. Что-то всегда так забавляла эта фраза. А у меня там энергетика нигде не завалялась. Да, из энергетиков только водка. Сейчас вам, наверное, даже покажу этот бак с артефактом. Вернее, не с артефактом, а с этим дружком ихним. Ну, по итогам и с артефактом золотая рыбка. Место я, конечно, не лучше выбрал для того, чтобы рассекать тут. Да ладно, я думаю, доберусь без особых проблем.
Что-то у меня с весом беда. Странно это все как-то. Ну да ладно. Ой, лучше сейчас не бежать. А то если стамина сядет, буду я бедный. Сейчас, скорее всего, и севу прикуплю. Хотя вряд ли мне бабла хватит. Придется... Ой, блядь, придется, наверное, с учеными за оазис базарить. Не знаю, проверим. Бай! Блин, да нельзя же все время идти на поводу. Так, что теперь делать-то, я не помню. Раздобыть костюм замкнутой системы дыхания. Сейчас посмотрим, сколько он у тебя стоит. Алоха! Привет, я Майка. Предсистем кусков. У меня нету столько бабла, чувак. Как бы я сильно не хотел, но у меня столько бабла нету. Всего лишь 3000 мой нынешний комбез стоит. Даже если со всеми стволами, я думаю. Хотя нет, если со всеми стволами, то хватит. Нет, все равно не хватит. Сука. Ты заглядывай, тут весело бывает. Ой, блядь. Давай на лавину примастырь. Будем уже что-то думать, наверное, в следующей серии. По поводу этого... сраного костюма. Потому что бабла у меня нету. Скорее всего, пойдем зарабатывать к ученым. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.